Сейчас мы научимся менять заголовок. Опять возвращаемся на нашу консоль, нажимаем кнопочку «Заголовок». Появляется соответствующая страница. Вот здесь обозначена та картинка, которая появляется на нашей теме. То есть, видите, вот напротив нее стоит вот эта точечка, если посмотреть, вот по нашей теме этот заголовок, то есть картинка выглядит и таким образом. Если же поставить галочку напротив другой картинки, нажать кнопку «Сохранить изменения», то появится совершенно другая картинка, то есть то, напротив которой стоит. Если перейти на сайт, соответственно, сайт выглядит с этой картинкой. Теперь, если мы можем сменить еще раз, поставить напротив другой, опять же, не забывайте все время нажимать кнопку «Сохранить изменения», то появится картинка другая. И если перейти на сайт, то, соответственно, и картинка на сайте изменится. Но еще можно вариант такой, если поставить кнопочку случайно, то при смене страниц может появиться любая из этих картинок. Только не забывайте нажимать кнопочку «Сохранить». После этого, вот смотрите, вот на данный момент совершенно другая картинка, хотя мы ее не нажимали. Если перейти на сайт или на блог, мы видим, что картинка изменилась. Если нажать на страницу About, появится вторая картинка. Опять вернуться на главную, нажать, появится совершенно третья картинка, случайным образом выбранная. Кроме того, есть еще вариант, что вы можете загрузить сами какую-то картинку, заголовок. Вот я уже две пробовал загрузить, сейчас я вам покажу, как это делается. Здесь есть специальное окошечко, нажимаем «Обзор». У нас появляются картинки, те, которые есть на вашем компьютере. Вот я брал одну вот из этих, видите? Ну, давайте посмотрим, как на самом деле все идет. Поищем еще что-нибудь. Ну, например, давайте вот этого мужчину. Нажимаем кнопку «Открыть». Нажимаем кнопочку «Загрузить». Чтобы эта картинка появилась. Вот смотрите, она появилась. И сразу же здесь вот его не совсем видно. То есть нужно выбрать с помощью перемещения мышки ту часть, которая появится на вашем сайте. Обрезать и публиковать. То есть мы ждем, когда она появится в нашей странице, как отдельно. Вот она, видите, уже поставила, осталась кнопочка. Вот мы смотрим. Видите, картинка не совсем красивая. То есть у нее плохое разрешение. Такую мы, конечно, ставить не будем, но вы поняли. Самое главное, как можно ставить. То есть галочка стоит, нажимаете кнопку «Сохранить изменения». И как только они изменены, то есть она появляется здесь, переходите на сайт и смотрите, как она выглядит. Но мы уже заранее видим, что данная картинка не подходит по своему качеству. Поэтому достаточно вернуться, включить обзор и загрузить ту картинку, которая есть соответствующее качество. Итак, мы научились с вами менять заголовок.